Пермская земля. Некогда языческий край, потом и набожный, давший Руси своих апостолов и преподобных, а теперь просиявший своими мучениками и исповедниками. Радостно нам об этом сейчас вспоминать. Когда народ этого края жил верой, он и был верным, и Бог с ним поступал, как с преподобным. «С преподобным преподобен будешь», говорится в Священном Писании. А когда отошел от Бога, погнался за красным призраком, Господь с ним поступил по его лукавству, давая сполна испить чашу греха. Тогда Пермь оставила о себе мрачную память, как край революционеров, комиссаров и бунтарей, край лагерей и ссыльных поселений. И лишь горсточка верующих осталась верной Христу, взойдя на крест и взяв на свои плечи благую ношу, которую должны были нести все. Они и поныне ее несут, та же горсточка, а все другие едохом, пихом и веселихомся. Так и стоит пермская земля, святыня посреди мерзостей. Первый наш рассказ о протоиерее Николае Рогозине. Ему в такое время и пришлось жить, быв воспитанным в благочестии, а жить среди нечести. Но как раз это и сформировало в нем мужество и решимость служить только Христу. Родился отец Николай 12 декабря 1898 года в Пермском крае, в бедной крестьянской семье Гурьяна и Матроны. Окончил 3 класса церковно-приходской школы. С 11 лет стал учиться сапожному ремеслу. В 1917 женился, и вскоре его, 19-летнего, взяли в Красную армию. На вопрос, почему он пошел служить красным, батюшка потом отвечал: «А я из Писания знал, что красные победят». Однако отец Николай не пролил ни капли человеческой крови, потому что всю службу трудился в сапожной мастерской. Вернувшись домой, не вступал в колхоз, имел 2 дочерей, на новую власть смотрел, как на попущенную Богом за наши грехи. В 1920 году дал обет служения Господу, однако исполнить его удалось только после Отечественной войны. От призыва на фронт ему дали бронь из-за тяжелой болезни сердца. Храм любил и посещал очень часто, не боясь преследований. С 1953 года служил псаломщиком, а еще через 2 года в возрасте 57 лет был рукоположен архиепископом Иоанном Лаврененко во Иерее и направлен в Чусовские городки, в храм всех святых, где прослужил до конца своей жизни. Был великий постник, нестяжатель и молитвенник. Литургии не начинал, пока сами собой не зашевелятся и не приподымутся в воздух и покровцы на богослужебных сосудах, что было явным признаком наития благодати. Однажды батюшку видели, как он вышел из храма после службы и стал подниматься в воздух. Поднялся высоко над храмом, примерно на высоту 5-этажного дома. Такой был молитвенник. Thank you.
Это, наверное, 17 лет мне было. Такой возраст был. Я увидела во сне, что я где-то в лесу стою. Ну, там люди есть немного. И на небе подняла голову, на небе крест. Очень большой и широкий. Вообще во всем небо. И это такие как бы камни. Не часто, но такие камни, такие сверкающие. Вот. Ну, и, конечно, я от мамы слыхала, что сначала крест появится, а потом Господь судить придет. Я, значит, во сне как закричала, люди, которые были, что Господь судить ее, страшный суд будет. А тут справа мне кто-то говорит, да нет, он еще не судить пришел, а это тебе. Я говорю, да как мне? Я такая удивительная была. Говорю, как мне, как я его возьму? Я говорю, я не в состоянии его взять-то даже в комнату, ни в квартиру, никуда. И вот он молчит. Потом говорит, ну он тебе нравится? Я говорю, да, нравится. Он говорит, ну ты его возьмешь. Я согласилась, молча так возьму. Матушка рассказывала, перед тем, как мне приехать, он проснулся, видимо, как перед этим днем, и говорит, ко мне новый человек приедет, я должен взять его в чадо. А что, говорит, сон видел. Ну, я не знаю, он-то сказал сон, а как это было на самом деле? Я, говорит, стою в келье, и в форточку прилетела птичка. Я, говорит, так руку протянула, она мне села на руку и сидит, не улетает. Я смотрю, она такая грязненькая. Я, говорит, ей говорю, да где же ты так замораться-то успела? А с правой стороны голос, а ты умой ее, так она чисто будет. И когда мы второй раз приехали, я, конечно, этого боялась. Батюшка сначала ничего не сказал, но ходила на исповедь к нему, причастилась. Когда служба закончилась, мы пришли, значит, батюшка сказал, что в мою келью идите, меня, Галину и там еще несколько человек кушать вместе за столом. Мы, значит, сели, батюшка сказал, садись рядом. Я рядом села. И батюшка принесла одну чашку, поставила и говорит, ну молитесь и кушайте. Я про себя думаю, ничего себе, мне тут одной мало. Я так есть хочу, не привыкла так долго не кушать. Думаю, одной мало, тут на всех, на 6-7 человек. И вот, батюшка, значит, благословил, сели и кушать. Матушка еще там принесла кое-что, в небольших таких чашках. Я, значит, первая наелась, положила ложку, а батюшка вот так по правую сторону у меня сидит. Говорит, Мария, ешь. И мне в бок прикоснулся. Я говорю, батюшка, я не хочу. Он второй раз. Мария, ешь. Я говорю, батюшка, я наелась. И он несколько раз там до тех пор говорил, пока я как бы не осознала и подумала, ты что, мысли, что ли, мои привидел? Что я думала, что не наемся? Вот ты какой! Такие мысли были. И все, и он больше говорить не стал. И когда поехали, собрались, он говорит, Галина, к ней обратился, Галина, не уходите, я вас провожу. И пошел нас провожать. Мы дошли до половины горы, а когда пошел провожать, на меня нашли слезы. Такие обильные слезы. Я вот, они разговаривают, а я иду, значит, и плачу. Он говорит, Мария, ты о чем плачешь? Я не знаю, что сказать, потому что я не знаю, о чем я плачу. Почему у меня слезы так текут? И дошли до половины горы, видимо, тут было видение Божьей Матери. Сейчас уже скамеечка, она и была уже скамеечка. Он дошел и больше не пошел. Ну, как бы, половина горы. Ну, и вот, благословляют еще. Галина говорит, батюшка, возьмите Марию в чады. Я очень хочу, чтобы она в церковь ходила. Он говорит, а я ее уже взял, Мария, мое чадо. А вот я услышала, что такой-то батюшка есть. И так мне стала охота туда ехать. Я вот поехала первый раз, и он почему-то меня сразу как-то вроде бы возлюбил, что ли, дал мне небольшую просвиру и сказал, если желаешь, езди сюда. И вот я стала ездить. Я даже не слыхала, для чего мы живем. Он мне говорит, ты знаешь, для чего живете? Я говорю, нет. Живешь для спасения своей души.
Я говорю, я первый раз слышу. И вот он все время меня наставлял. Сядет со мной. Ну, все ли ты поняла? Я говорю, поняла. Потом приеду, думаю, все думаю. Ну и вот ведь он что мне сказал, вот что сказал. Раньше я молодая была, как-то я ни о чем не задумывалась. А потом вот на меня такое перерождение сделалось, что я все только думала, и на работу иду, думаю, как спастись. Где бы это узнать? Мне книг ничего не было, я все переписывала, всеми ночами сидела, писала. Где найду что? Пишу. А тут такой батюшка мне попал, так что я уж очень была рада. Ну, вот пришла на благословение к нему. Он до меня дошел, значит, я благословилась с ним. Он мне говорит, Клавдия, у меня останешься. Я говорю, батюшка, я дома нет, просилась, меня потеряй дома, да. А он говорит, съезди домой, отпросись, тогда приедешь обратно. А что, вы, когда с ним встретились, прям представили себя такая-то Клавдия? Нет, я ничего не представлялась, он сам назвал меня. Сразу назвал. То есть впервые вас видя, сразу назвал? Сразу назвал Клавдия, да. Я удивилась, думаю, как это он меня знает? Клавдия называет меня правильно. Я поудивлялась. Духовника у меня не было, я приехала сюда. Была знакомая монахиня. Она жила на газете «Звезда» 30, по-моему. Я пришла к ней и говорю, у меня нет духовника. Говорю, ты к кому ходишь? Надо мне, говорю, духовника. Она говорит, да вот в Чусовских городках есть отец Николай. Он такой добрый и такой отзывчивый, что я бы сказала, что лучшего духовника и не надо. Вот и поехали мы с ней в Чусовские городки. Она была совершенно слепа, она не видела. Ее надо было держать под руку и вести, и все. Вот приехали, так познакомились мы с отцом Николаем там, в Чусовских городках. Он мне сказал, значит, я в чадо тебя принимаю и буду молиться за тебя и за твоих родителей. Вот в то время. Ну и с тех пор я редко, но ездила все вот к отцу Николаю, да. Его смерти. После того, как начала к нему ездить, спустя малое время он мне лично сказал то, что я еще не поняла. Мария, мне про тебя Господь все открыл. И вот. А моим знакомым он говорил, что Мария в 60 лет имя сменит, а потом долго не наживет. Но он даже имя мое монашеское знал, видимо, Мать Божья открыла. Вот сел рядом, один на один, по-моему, в келье были. Говорит, вот знаешь, Мария, монашество, когда постригают, то имена меняют. Иногда дают мужское имя. Ну, говорю, как бы, между прочим. Вот, например, имя есть Арсений. А женщину постригают, она будет Арсения. И так мне в глаза заглядывает. Ну, как мне говорит. Юродствовал. Летом ходил в дырявой соломенной шляпе, зимой в изодранном, обшитом брезентом пальто. Отчитывал бесноватых, причем таких тяжелых, от которых отказывались в Сергиевой лавре и Печорах. Бесов видел воочию, но говорил также, что очень много в России и колдунов. Вообще колдунов много вот мешало батюшке, досаждало ему? Колдуны, конечно, приезжали. А как вы с ним бороться? Псалом 26. Воскресная молитва, 26 псалом. Но сильнее, видимо, для них 26 псалом. С нами приезжали люди, которых потом уже я узнала, что они этим занимались. И батюшка, понимаете? Он ко всем относился одинаково, даже к ним. По отношению было не видно, что он их презирает, унижает. Он также относился, только он сказал, когда к нему приезжали, только он говорил, к причастию в последнюю очередь идите.
и даже причащала их. А как же они занимались колдовством и подходили к чаше? Он подходил к чаше, батюшка благословлял. Видимо, он вымаливал. Выгонял. Это вот все на моих глазах. Вот одна женщина, старушка. Но она не так, что старушка. Лает по собачьи. Я думаю, что такое в церкви? Кто лает? А потом смотрю, два мужчины ее под руки ведут и не могут даже вести, сопротивляться. Такая сила в ней. Он вышел и сказал: братья и сестры, кто понедельничает, подхватите. Две старушки подхватили, она хоть бы что пошла. И он крестом оградил. Я только услышала, далеко стояла Мария, не знаю, что еще сказал. И она тут стала молитву петь, и все, и уже как бы стало настоящее. Бес вышел, да? Ага, ну, укрощал он. И бесов он выгонял. А вот насчет понедельника, батюшка очень сильно одобрял этот пост. Очень. Он вот мне говорил, я тогда уже понедельничала, он мне говорил, что ты молодец, понедельничай. Это очень большая сила в этом человеке. Но он говорил, что вот, говорит, когда на страшный суд пойдешь, тебе будет дано крыло, если ты будешь соблюдать как следует этот понедельник. Примут крепость себе знамерами державным, наступать на змею, и на скорпион, и на все силу вражию. И всякой сопротивной силы огнательной, Господу, оболим все, поизбавь нам от всякий скорби, гнева, нужды, беснования, Господу, помолим все. Ну, сначала они ругали. Много таких случаев было. Ну, особенно горбатый, страшилище. Это уже первые слова были у них. Это страшилище. Вот. И когда батюшка молчит, он не отвечал бесам. Он говорил, с бесами не надо разговаривать. Это ноль внимания и все на них. А когда, и тогда они видят, что он не отвечает, они начинают хвалить. Ты святой, ты высокий, ты нас огнем палишь. Вот тогда батюшка и говорил, наша строго, иногда даже вообще с таким тоном, замолчите, я великий грешник. Ну, это очень с нажимом говорил, я великий грешник, замолчите. И тогда они сразу замолкали. К нему потом тоже приезжали из Москвы, из Абхазии, из Узбекистана приезжали, отчитывали. Я сама видела, как он отчитывал этих бесноватых, какой-то страх. Долго жила московская Евгения, я не знаю потом, как она, это, в общем, ее потом не знаю, где она, что умерла, но долго ее, ну, вероятно, что живой давно уже нет. И батюшки потом, говорит, дали уже благословение, что как за умершую, за нее молиться. Так это ужасно. Это кричат, они ведь лают, она кричит, и потом упадет. И вот через какое-то время уже скажет, батюшка, я тебя ругала. И вот такой случай был. Мы с тетей Клавой приехали спать на палатях. Ну, даже представить, что вот не на кровати, а на палатях, там половики постелены, бока все болят, не повернуться, душно. А дед 4 часа будильник звенит, в 6... В 5 или в 6 часов нас поднимали. Давайте, вставайте на молитву. Разве охота вставать в
такую тарань. Я говорю: тетя Клава, мы сейчас с тобой вот помолимся, снова лягем спать. Лягем спать. Тетя Клава, ты покойницу любила поспать? Все, значит, стоим на молитве. И это Евгения: ну что, сейчас кончится молитва, спать будем. Я спать буду, это бабушки-то говорят. Ну, конечно, конечно, ты целую ночь ведь не спала. Да спала я целую ночь, спала. Нет, все равно еще спать буду. Я говорю: тетя Клава, она же про нас говорит. Ты посмотри, что делается. Все, у нас весь сон прошел с ней. Приезжала у батюшки много отчитываться. Из Сибири, с севера приезжали, из Москвы приезжали. Вот. В Соликамске женщины были бесноватые, они приезжали. Но с первого раза, конечно, несколько раз приезжали отчитываться. Но вот я помню только московскую Евгению, женщину. Но когда она начала ходить к нему, я еще не приезжала к нему. Но как люди рассказывали, она приезжала в таком виде. Ее все трясло, рот открытый, и вот так держала кружку. Потому что изо рта постоянно бежала слюня, пена такая. Она наполнится, и она ее... Это, вот такая она приехала к отцу Николаю, даже в халате. Бесы, видимо, не дают, но она вырвалась. Но когда я ее узнала, увидела, при мне приезжала, она была уже нормальная. Вообще нормальная женщина. Она могла даже читать в церкви вот каноны, правила могла читать. К причастию подходила одна, потому что он силу у них убил. Машка, а что вот эта Евгения-то, она так далеко-то с Москвы, а в Лавришу не отчитывали? Она говорила, ее спрашивали: так что ж ты едешь сюда? Или батюшка, может, говорит. Он говорит: там за меня никто не занимается. Отчитывать никто не занимается. Потому что в ней много, сила большая. Она говорит: я летала. Они, говорит, меня носят. На каком этаже она жила там, в Отбоскове или в Москве, там 4-5. Она говорит: я на балкон выйду, и они меня на землю. Такая сила. Прям спускали, да? Да, летают, говорит, бросают, ну как. А в магазин приду, она говорит: в магазин я приду, всех продавцов обличают. Бесы-то знают, что они там делают, там эти, они говорят. Вот. А однажды я увидела, она поехала, собиралась домой, и там наклонилась так, а я тут в стороне стояла. И собирала сумочки, котумочки свои собирала там. А он скорее вышел, встал около нее. И, видимо, давай молиться. Но я слышала, что заклинание какое-то, заклинание бесов. Понимаете, она как завизжала. Это вообще страшно было слушать. Она как завизжала, вот, и выпрямилась. А батюшка говорит: ну ладно, не буду больше. И ушел. На дорогу он, видимо, еще и... И она нас, конечно, ругала, что мы... Ну, говорила так, что мы недостойны сюда приезжать. Что здесь даже не только гора, каждая травинка святая. И такой отец Николай у вас, вы его плохо почитаете. Вы не так вот его цените и не так, не полностью. И вот источник, который под гору, она говорит, потом будет в честь отца Николая. Потому что камни будут, примут его образ. Вот когда я первый раз поехала к Трифону, я уже взяла первый камень, и он вот в таком состоянии, вот такой висел. Камень серый, а его облик весь светленький на камнях. Он ел один раз в сутки. И что, одеваться у него не во что было. Мы несколько раз ему стирали в бане его одежду. У его одни ремонии были. У него он, шапка худая, пальто худое, в валенках. Ну, он, конечно, старичок уж был, но у его не во что было. Он денежки все вкладывал в церковь. Я говорю: а как же это вы, почему все деньги? Он говорит: а как? Если я не вложу, налоги такие, церковь закроют, а как люди не отпетые будут, не крещенные? Потом вот в отпуск он ни разу не ходил в жизни. Говорит: если я уйду в отпуск,
А вдруг без меня тут кто-то умрет и похоронят неотпетого, или там что-то еще случится. И от парома, говорит, идем. А эта женщина и говорит: ой, здесь батюшка-то ведь особенный, не такой. Мама говорит: да ну, ну она ведь не знает, что с дочерью разговаривает. А говорит: да какой ты, как все, что, все батюшки одинаковые, и он такой же. Нет, нет, он особенный. Ну да что особенный, да такой же. Нет, я вот первый раз ехала, иду и смотрю над храмом, старичок в воздухе над храмом. В храм-то, говорит, зашла, смотрю, этот старичок служит как раз. А я у него благословилась, все, он меня благословил домой. Вот. Но я еще вышла за ворот, это за ограду, тогда я еще на церковь-то посмотрю. На церковь посмотрела, да еще помолилась, обидела, песня, на меня батюшка-то вышел в это время из церкви. И прошел сколько там шагов и стало. Господь его показал, он такой поднимался, поднимался все так вверху. А рясочка его раздувалась, раздувалась, борода раздувалась от ветра. Ну, а там наверху ветер-то сильный, наверное, был. Батюшка не сдувает, царство небесное. Он благословит нас, и когда мы начинаем домой собираться, он говорит: посидите еще маленько, сядет с нами за стол, посидит, поговорит. Мы говорим: так мы опоздаем. Он говорит: не опоздайте, я вас благословлю. Благословит, и мы точно придем и не опоздаем. Если он стол благословит, то все наедимся, и столько еще на столе останется, все удивлялись. Вот он всем отвечал, он очень был доступен в обращении, очень такой добрый, и всем старался помочь. Всех бы, кажется, закрыл бы своими крылами и всем бы помог. Кто-то придет, и совсем неверующие придут. Вот придут вот эти же, где-то раз, там всякие пьяницы приходили деньги-то выколачивать. Придут, если это казалось, что дед на улице, там, или вдруг им пришлось ворваться в комнату, значит, он начинает беседовать. И с каждым поговорит, и с маленькими, и с большими, с каждым. А с требами пешком, он ни разу не был в отпуске, за все время ни разу не был в отпуске. Мама скажет: ну, папа, ну ты приедь к нам, если он приехал только на ночку, а вдруг там к больному кого-то вызывает. Вдруг кому-то к больному вызывает, и меня нет, и больной умер, и значит, грехи на мне. И вот интересный случай, старушка рассказывала у нас, ну, она говорит, что ей дед это говорил. Идет, говорит, зимой с дарами к больному, пешком, ведь пешком ходили, как, на чем больше-то, все пешком, он все пешком ходил, и не на чем же, на другом. И большая, говорит, огромная собака навстречу, тропинка разойтись-то негде, быть ее некак. Ну, он говорит, я, говорит, остановился, и говорю: собачка, пропусти, я со святыми дарами иду, пропусти меня. И она говорит: сошла в снег, сошла в снег. Он прошел, оглянулся, говорит, обратно собачка ему поклонилась. А вот однажды мужчина приехал к нему, ну, очень больной, говорит, врачи отказались уже, приезжают, и так, и говорит: батюшка, я скоро умру, потому что врачи отказались, у меня какая-то там болезнь, а вот, я к вам приехал. Он говорит так с улыбкой: так я же не профессор, вы спутали. Вам же надо профессора, вы уже болеете, а я кто? Ну, вот я же не профессор, говорит. Вот. Он говорит: батюшка, так мне сказали, что вы помогаете, что можете вылечить. Он говорит: так я не могу помочь вылечить. Вот сейчас церковь откроем, пойдем вместе и помолимся, а там как Господь решит. Ну, поживешь у меня недельку там где, попьешь травку. Вот он так и попил там травку, какую батюшка сказал, он попил. И через несколько времени почувствовал, что ему лучше, пошел на улучшение. А когда он поехал обратно, ну, в это время мы приезжали, я приезжала, и как до парома всегда вместе шли, ну, там сколько народу есть. Он и говорит: вот ничего не понимаю, я тут траву я всякую пил, и такую же пил, как отец Николай давал. Не помогало, а тут помогло. Легче чувствую, что я пошел на поправку. Вот, и женщина одна говорит: так это не трава тебе помогла, это молитвы батюшки.
помогли. Иногда говорили: батюшка, по твоей молитве. Он говорит: так это Господь все делает. А я-то тут при чем? Я грешник. Женщины, старушки приходили, вот многие вопросы мне. Отца Николая спроси, отца Николая спроси. Я только начну писать письмо, смотрю, уже пришло письмо в этот день, и там уже это все описано, что я хочу спросить. То есть все ответы даны? Да. Он говорил шепотом, и служил ты уже очень таким тихим-тихим голосом. Но духов он, вероятно, видел, потому что говорил, идет церковь, говорит, ну, на церкви сидят, оградит себя крестом. Я его считала святым. Даже ему говорила, говорю, я твои фотографии уже к иконам поставила. Он говорит, ты что? Разве можно? Я же ведь грешник такой. Я говорю, а я считаю, что ты святой. Это, по-моему, еще первая псаломщица была, Антонина. Она говорит, мы вышли, ну, там от дома до церкви немного времени. Мы, говорит, посмотрели и увидели на небе Божьей Матери и Господа. Я, говорит, кричу, батюшка, ты видишь, нет, Господь? Он говорит, да я грешник. Я, говорит, второй раз говорю, батюшка, ты видишь, нет? И три раза спросила, и он три раза ответил, да я грешник. Здесь, у этой скамейки, неоднократно ему являлась Божия Матерь. Пресвятая Владычица обещала, что место это не оскудеет, и со временем здесь будет монашеская обитель. Сейчас на Митейной горе, где служил батюшка, устроена Казанская Свято-Трифонова женская пустынь. Мы сейчас привыкли, вот если старец, то все едут со всей России, со всего мира, и архиереи приезжают к старцу. А вот к отцу Николаю ездили вот со всего мира? Вот священники там за советом или архиереи за советом не ездили? Не было такого? Да как не ездили? Ездили, конечно. И архиереи приезжали? Архиереи я не знаю, я не видела, но слышала, что со всей России к нему едут на совет. В свое время отец Николай был очень известен. Старое поколение духовенства его еще помнит. От него осталось много писем. Переписывался более чем с 200 адресатами. Среди них митрополит Зиновий, преподобный Кукша, схиигумен Савва, схи-архимандрит Андроник Глинский, архимандрит Иван Крестьянкин. В них что ни строчка, то одна любовь, смирение и вера. Обладал даром большой прозорливости, мысли читал, как на ладони. Сила его благословения была неимоверная. В соблюдении церковных канонов был очень строг. Например, если кто из супругов категорически отказывался венчаться, то перед такими ставил выбор – либо безбожный супруг, либо Христос. Батюшка строго спрашивал, вот особенно он, почитание икон. Вот я говорил, что почитание икон, он говорил, что в церкви иконы вешаются как бы на стенах и везде, это храм. А дома должны только они плотно друг к другу уголок, так и называется уголок церковный, ну как иконы, а рядом не вешать ничего. И не ставить, и под иконой, если на возвышенности стоит, значит, даже внизу ничего не ставить. Ни портреты, никакого, ни белье, ничего, ничего. Чтобы вот этот угол, весь, как он сказал, святой угол. И не надо ничего ложить. И не то, что... Ну, бывает так, что иконы висят, рядом будильник, там еще что-нибудь, фотография там родительская. Это ни в коем случае нельзя. И также он говорил...
про поклоны. Очень строго говорил, даже порой нервничал, что вот в субботу с 4 часов поклоны не делаются на воскресный день, потому что это частица Пасхи. В Пасху не делаются поклоны. И иду на 10-е праздники тоже так же. С вечера и целый день не делаются. И когда на исповеди, на общей исповеди, он всегда это говорил грех, что поклоны не делайте. Иногда не дослышит старушка, или что подходит к канонику и бах, падает. Он прямо с повышенным голосом, он говорил тихо, потому что у него нарушение было в горле. Но вот тут он уже громко. Я только что сказал, я однажды видел, что у него дрожь пошла по нему. Я только что сказал, не делать поклоны, вставай сейчас же. Причащаться он мне запретил, что я не венчанный живу. Ну, а потом-то венчались, нет? Не пошел он мне венчаться. Не пошел. Мы же разошлись. Только из-за этого разошлись. Венчаться не пошел. Я детей забрала, да и вот сюда приехала. У меня здесь квартира была. И батюшка благословил так поступить, да? Да. А как он сказал? Выбирай либо Христос, либо муж, да? Нет, да. Или венчайся, или расходитесь. Он так и сказал. Прям. Вот. Я приехала, батюшка, он не идет никак. Ну, не идет, значит, расходись тогда. Как у вас дети? Я говорю, у меня 2 детей. Я детей забрала, да и уехала от него. Никаких ни ссор у нас, ничего не было. А если не венчан, то, значит, батюшка не считал их мужем, женой, да? Нет. Он называл это, как кошка-собака живет. Как животный живот. И венчаны это все. А венца нету, значит, Господь их не сочетает же ведь. Они померзкие. Ну, а если они в ЗАГСе расписаны? А в ЗАГС это мирской ЗАГС. А как батюшка по этому поводу? Он только венец. Венец это значит все, как читается в Евангелии, что 2 будут одной плотью. А в ЗАГСе это не читали. Как он говорил, вы записаны у Ленина на ладошке. Да, да, у Ленина на ладошке, а у Бога нет. Это у Бога не записано, вы не считаетесь муж и жена. Нет, православия мелочей нет. Каждый закон, это он установленный на Вселенских соборах. Каждый закон. Как он говорил, заходим куда-то в дом и говорим, ну, незнакомый дом, и говорим, кто тут хозяин? Потому что в каждой хибарке свой хозяин, у каждого хозяина свой там какие-то законы. А в церкви хозяин у нас Господь. А раз в церкви Господь, значит, и законы есть. Какие свои. Духовником его был старец архимандрит Иван Чувызгалов. На этой фотографии он со шляпой в руках. Близкий друг посылки архимандрита Тавриона Батосского, который тоже некоторое время служил в Перми. Вот он предсказал свою смерть. Вот последний раз я была, он взял вот так меня за руку, долго смотрел на меня, смотрел и говорит, ну не беспокойся, земля с небом связана, мы будем молиться друг за друга. Представился ко Господу отец Николай 16 декабря 1981 года. Похоронен за алтарем своего храма, в котором прослужил 26 лет. Благословенный ты, Господи, научи меня оправданием твоим, за Божие проповедовавшее. В 2003 году при перезахоронении были обретены его нетленные мощи. Сейчас они почивают в крипте под алтарем храма. Thank you.
Очень много батюшка предупреждал и о последних временах. Разврат и бесстыдство, как перед потопом говорил, будут признаком кончины. К воцарению Антихриста будет все электронное. Будут давать всем номерки, пластиковые карты, и денег не будет. Не дай Бог дожить до Антихриста. Не дай Бог увидеть его, часто повторял. К советским паспортам отец Николай относился крайне отрицательно. Говорил, что там тайно стоят три шестерки. О существующей власти говорил, что незаконная, потому что свергла и убила помазанника. Почитать мы ее должны только в гражданском отношении. Говорил, что на народе пребывает тяжкий грех цареубийства, за который нам Господь не даст не то что хорошего правителя, но даже хорошего начальника цеха. Точно так же батюшка говорил и о духовной власти. Ты пастырь будешь в том случае, когда ты поставишь себя хуже всякого человека, стоящего перед собой, тогда будет пастырь. А если тебе люди будут безразличны, ты будешь просто служить алтаря. И вот он еще говорил, что священник, как все, ну, как падает на всех священников, после Господа апостолы были, они бросили своих, свои семьи и ушли за Господом. А священники не должны бросать свои семьи, если они живут, венчаны, все. Но они духом должны отречься и поставить на первое место Господа, на второе место людей, паству, а на третье место только семьи. И вот он приводил пример, вот Иоанн Кронштадтский. Он женился, но о жене он когда заботился? Он с ней, во-первых, не жил, а во-вторых, он из храма и сразу к пастыре шел, к народу. Вот, тогда только будет пастырь из тебя. А если в первую очередь заботиться о семье, это нет. Это не получится. Паства будет, как он сказал, паства будет сироты, сиротами. Они не будут чувствовать покровительство. Ну, духовенство, конечно, таких большинство не любят. Зависть. Зависть. А батюшка, говорит, вышел и говорит, посмотри, говорит, сколько много столбов-то. Вот. А батюшка, да какие столбы, как священники-то. Как бы по-земному-то духовенство столбы, а внутри-то ничего нету, пастырского-то нету. Как он говорил, если человек живет богато, он теряет. Поневоле теряется и совесть, и поневоле теряется, и он уже как христианство теряется. Большой роскоши такой. Также приводил пример Серафима Саровского. Говорит, вот Дивеевский тоже бедножили. Вот Серафим Саровский сказал, что я бы мог у Царицы Небесной выпросить, чтобы вы получше жили. Но вам это будет не в пользу. Бедно живем, от голода не умираем и не умрем. Про евреев говорил, что Господь их специально рассеял, а перед кончиной Он им снова вернет землю, и они соберутся воедино. Тогда они будут управлять всеми государствами и подкупят все власти. И за деньги национальные власти прельстятся, к своему народу будут не родить. Будет хаос, и народы станут сиротами. Когда евреи распяли Господа, и это как наказание, Господь их по всей земле разбросал. И у них не было земли своей. И они у власти не были. Они на высоких работах были, но у власти не были. Вот, это наказание. А когда, говорит, соберутся они воедино, и Господь вернет им землю, это уже перед кончиной. Вот. А я думаю, ну как, какую землю он вернет, когда вся земля занята, у каждого своего государства. А батюшка вот говорил, что если
развалится союз, то будет еще новая, страшная, более лукавая власть. Ну, он вот говорил после разлух, как распадется эта власть, он говорил, что вот начнется беззаконие, анархия. Вот это он говорит, людоедство. Он говорит, людоедство будет. О развале союза предупреждал задолго до этого. И что после красных паспортов образца 1975 года будут давать жидовские шестерками. Он их так называл – жидовские. Лучше с голоду умереть, говорил, чем их принимать. Об этом часто вспоминала его близкое чадо, преснопамятная Стефанида, келейница монахиня Рафаила, а игумен Варлам, настоятель Белогорского монастыря, почивший в 1994 году, и схимонахиня Стефания всегда открыто говорили об этом и не благословляли их, так как отец Николай лично предупреждал. Мы должны называть себя христианами. Я христианин, а если называем я гражданин, то значит мы к миру прилепляемся. Гражданин – это мирское слово. И сами как бы согласны с этим, что я гражданин. То есть мы нигде не должны ставить свою подпись под словом гражданин? Да. Получается так. Он привел примеры как-то, что вот один художник в заводе работал, ну, тоже к нему приезжал. Ну, там писал, что надо, все писал. Дошло до того, что надо написать «Слава СССР» или там кому-то. А он сказал начальнику, я писать это не буду. Я только одну славу пишу, слава Богу, а это писать не буду. Вот о будущем России, вот что нас ожидает, вот о будущем церкви, вот о временах антихристовых. Ну что о временах? Он говорил, что будет антихрист, паспорта не берите. Бенивот говорил, что не бери паспорт. Это вот тот красный, да, советский? Вот этот российский. Красный я уже взяла. Я взяла раньше еще. К нему приехала, я говорю, отец Николай, я ведь паспорт взяла. Даже не задумываясь, говорю, взяла. И он говорит, что наделала ты? Ну ладно, говорит, этот взяла еще, ладно. А следующий будут давать российский, ни в коем случае не бери. Это уже будет у тебя одна нога в аду. Чувствовал себя очень плохо, очень слабенько, но благословлял и говорил, вот что паспорта не меняйте. Был такой случай, я уже вам рассказывала, приезжала с Чусовских городков Анна и говорит, что на меня такое давление, что я не выдержу получать паспорт. Он сказал, не получай паспорт, ну и не получай, получать его нельзя. И она говорит, тогда благословите меня на мучение. Он ее благословил, поднял руку и благословил ее. Говорит, да, лучше умереть, чем получать эти документы. А вот будут паспорта давать, будут карточки давать, чипы будут давать. Так и говорил чип? Он не чипы говорил. А как? Печати. Печати, да? Печать, да. Печать. Вот печати будут давать. Смотрите, ничего не берите. Это очень страшно будет. Антихриста все это будет. Антихриста придет вот такое вот сюда. Партийный билет, например. Мужчина взял, ну что такое? В кармане носит. И как бы можно невидим, это как бы не видно, но он уже прилепился к Ленину, потому что это ленинская партия. Но это невидимо. Вот. Также и другое. Там паспорта возьмешь, другие бумажки. Это невидимо. Но уже прилепляешься, тоже как бы. Не к Богу, а к сатанинской, к сатане прилепляешься. Вот он говорил, что прежде чем печать ставить настоящую, народ забросает бумагами, чтобы они... Прежде чем будет антихрист ставить свою печать, народ забросает бумагами? Да, он так выразился. Сначала бумагами забросают, а потом будет печать. Но то, что он дал понять, что вот сейчас эти бумаги дают... Паспорта, наверное, это все бумаги. То есть один вот он сказал, другой, третий. Да, забросают, говорит, людей бумагами, они как бы привыкнут, а потом уже настоящую печать. Вот он так и говорил, что сразу печать ставить не будут, потому что никто ее не примет.
не примет, сразу поймут. А вот эти бумаги, видимо, как бы отнимают ум, и потом уже люди примут. Вот его выражение такое было. Сначала бумагами забросают, а потом уже печать. А вот как он и красный не благословлял принимать? Нет. Потому что маме он сказал. Вот мне-то он так благословил. Конечно, со вздохом, говорит, Мария еще молодая. А маме сказал, а на паспорт не бери. А до этого у нее был паспорт? А зеленый. Зеленый был. Ну вот. А потом стали говорить, что приехали домой, паспорт, если не, кто не возьмет, пенсию давать не будут. И, конечно, она по маловерию и непослушанию батюшки, она взяла. Но когда приехала, он в первую очередь, благословляя ее, принесла. Она паспорт взяла, мама говорит, взяла. И он со вздохом сказал, ох, мытарство-то будет тяжело проходить. Надо вот этот паспорт уже. А про следующее, он, помню, он говорил, будут жидовские паспорта, которые уже вообще не за... Ну, вот видим... после этих красных, да? Да, вот видимо, вот сейчас, которые дают, так как власти евреи, и, видимо, к этому относятся, что жидовские паспорта. От них идет это. Он называл так жидовские паспорта. А он не говорил, что они будут шестерками? Это не помню. Но их уже он конкретно говорил, что жидовские паспорта это уже. А вот батюшка не говорил, что будут номерки давать, как сейчас вот эти, наверное, пластиковые карты? Но их уже ни в коем случае брать нельзя. Прям так и говорил? Да, электронные карты? Да, электронные, он называл пластиковые. Пластиковые жидовские паспорта будут, это уже как если принимаешь, это как от жидов, раз они их не... Вот, а потом будут пластиковые, это уже ни в коем случае нельзя. Что, ну, раз он новые паспорта не благословлял получать, он и сам не получал. Поэтому он и не перебрался к детям, поэтому и жил один и доживал свою жизнь уже так, как Господь благословил. Машка, а вот батюшка не объяснял, почему же нельзя брать вот эти паспорта? Вы не спрашивали, почему нельзя? Он говорил, что в них уже знаки Антихриста, шестерки. Поэтому нельзя их получать. Приехала женщина и говорит, батюшка, я очень хочу спастись. Он говорит, очень-очень. Она говорит, очень хочу. Он тогда сказал, тогда не бери никакие новые бумажки. Это значит, он дал понять, что уже это все, начиная с ваучеров, мы не должны были брать. Это все подход к этому. Говорил батюшка и о массовом падении духовенства и иерархии. Что придет время, и в Перми останутся один, от силы два священника в истине. Все, как живое, представьте. Светло все вообще, как тело, представьте. Ну, я-то вспомнила про детство. Мы были маленькие, а у нас там в краях лежал блаженный Сысой. Бабушка-то его помнила, мама тоже. Еще какая-то старушка была тоже. Много она говорила пророчески. И вот мы услышали, женщины разговаривали, и мы услышали. И пошли по деревне, там за руку схватились, и надо было, ну, человек, наверное, 7-8, вот такие еще детки. И закричали на всю деревню, последний патриарх не спасется. Видимо, они сказали при нас, а мы дети. И это нам в русском. И на всю деревню кричим, последний патриарх не спасется. А вот про Пимена никак не говорил, вот его не заставляли вот принять католичество, там, лавры закрывать, допустим, храм. Вот помните, как говорил, заставляли подписать бумагу, чтобы служить под католичество. А, чтобы соединить католичество с нами. Он сказал, говорит, ну, его привели, видимо, и доставили, чтобы подпиши, уже все готово. Он сказал, говорит, только через мой труп. И встал и вышел.
о патриархе Пимене отзывался очень хорошо. Говорил, что Пимен – последний православный патриарх, предвидя, что в дальнейшем наши патриархи и священноначалие будут благословлять принимать антихристовы начертания. Причину в таком тяжком отступлении батюшка видел в обмерщении и прельщении. Однако, несмотря ни на что, он благословлял до последнего ходить в храмы, пока не изменят символ веры, перестанут петь «Отче наш», изменят печать на просворах и уберут с престола дарохранительницу. «Как изменит веру, — говорил, — произойдет падение церкви. В храмы ходить нельзя будет. Дойдет даже до того, что у престола будут стоять женщины». Вот так говорил отец Николай. А началось все с этой пресловутой свободы. Говорила, прямо в келье вдвоем были. Он говорит: «Мария, знай». Ну, я говорю: «Знаю, ты не расскажешь никому». Ну, как в такие времена запрещено было. Когда начнется движение масонов, как-то так он сказал, что они будут на высоте, как бы управлять, знай, что кончина близко. Вот так он сказал, когда будет свобода, и в Иерусалим поедут, вот тогда-то люди совсем потеряют Бога. Так он говорил. Это, видимо, уже идет, я так поняла, с 90-го года. Как дана свобода на церкви, на веру свобода дана. Вот он говорил, вот тогда-то люди совсем потеряют Бога. О компьютере он говорил, ну и тогда еще не было его. Он говорил, вообще что... Такое слово произносил он, да? Да. Он произносил: выпустят машину, сделают машину, она будет называться «Зверь». И она будет все-все знать. Все будет знать. Все данные, не только человек, и вообще любой запрос она ответит. Последнее чудо – это машина «Зверь». Вот этот «Зверь», говорит, будет, вот этот компьютер, уже его скоро уже, ну как, поставят, и тогда уже будет плохо. Будут всех в этот компьютер, весь мир будут как вводить. Это вот он говорил. Ну, он так говорил, что это будет как бы телевизором. Люди первое время прельщались. Как говорили, в Москве что-то делают, а у себя дома все видишь. А компьютер вообще знать будет все тайны будет знать. Он так говорил даже, когда во время таких гонений, он говорил, ну, отказываться из-за страха будут, чтобы бояться мучений. А перед эту машину поставить человека, и компьютер, этот зверь скажет, что ему не верьте. Он на словах отказался, а сам сидит молится. Он не отказался в душе. А им надо, чтобы отказался из сердца, вырвал Бога. Он, знаете, говорил, будет беда, что священство расколется. Раскол в священстве – для народа это будет беда. Вот он так говорил. А раскол именно и вот по этому вопросу, да? А он не говорил. Он говорил раскол. Но я сейчас понимаю, что поэтому. Потому что до паспортов не было уж такого раскола, а сейчас именно раскололись. Вот он говорил, что для народа это будет беда, потому что они не знают, кому пристать, кто говорит правильно. За кем идти? Вот он говорил, для народа будет беда, прямо беда. Священство расколется. Вот его слова. Раскол будет, произойдет раскол. И как он говорил, что когда раскол, тогда как царство не устоит, так и православие. Вот, видимо, после этого раскола, вот сейчас как бы против
кто против, за паспорт, кто не против. И, видимо, после этого уже начнется вот это изменение веры. Потому что кто за паспорт, тот и примет. Вера-то все равно, он сказал, служба-то изменится. И тогда гнать будут насильно. Но священство, он сказал, священство очень много примут. Новое. Про священство он говорил. По-новому буду служить ради жен и ради детей. Говорил, что он примут Антихриста. Примут. Духовенство, да. Угу. Вот вас, говорит, батюшки, будут благословлять. Но это на все, вот на паспорта, на все. Вы не принимаете, все равно не принимаете. Не надо принимать. Ни печати, ни паспортов не надо принимать. А если большинство духовенства пойдет, а ведь паство ориентируется на священников, значит и большинство верующего народа также отпадет. Будут спасаться только единицы. Вот он как-то говорил так, что враг сейчас борется так, что... Как вам? Я по-своему объясню. Вот, например, человека почитают, и враг на него начинает нападать, чтобы он шел по другой дороге. Ну, неправильно. А паство, глядя на него, пойдет за ним. И вот сейчас как бы все усилия на священство у демона, чтобы не священство шло неправильно. Вот. А пастырь будет неправильно, а люди пойдут за священником. Священник сказал, значит, так можно. Им уже не надо с людьми бороться, потому что они смотреть будут. Не говорил, что придет время, все духовенство отступит от Господа? Говорил. Ну-ка, поподробнее. Вот он говорил, что такое время придет, что все предатели будут. Духовенство все предатели? Да. Я помню только такой случай, он говорил. Когда Господь жил на земле, среди его учеников был один предатель, Юда. Остальные были верны ему. А перед пришествием повернется, что мало будет верных пастырей, остальные будут неверны. Он так сказал, повернется в обратную сторону, что пастырей будет мало. И он мне еще говорил, пока архимандрит Иоанн живой, спрашивай все у его, а его не будет, никого не спрашивай, читай третью книгу Эздры. Там все сказано, ты идешь к Богу, ни с кем, как в церковь входи, идешь к Богу, а не к кому-нибудь. Хотя и священники такие, надо в церковь все равно ходить. Потому что если они не ладно, что делать, они сами ответят. А батюшка не говорил, что вот настанет время, когда и в церковь нельзя будет ходить? Не говорил? Говорил. А как это? Когда это будет? Говорил, что придет такое время, что в церковь нельзя будет ходить, потому что будет звезда на просвирах, и звезда будет вместо креста. То есть изменит печати на просфорах, да? Да. А вот вспомните, что батюшка говорил про звезду, вот эту пятиконечную? А пятиконечную звезду он говорил, что сейчас отвергаем мы эту звезду, потому что как ленинская звезда. А враг, говорит, сделает так, что, ну, это уже перед самым, как бы, в конце, он сделает шестиконечную звезду. Пойдет на хитрость, и люди скажут, о, как хорошо, пятиконечную убрали, а эту мы принимаем. А это печать, это как звезда Антихриста будет. А вот что он про Ленина говорил? Ленин это, он говорил, как предтеча Антихриста, но его должны похоронить. Когда идет время, его похоронят, как в землю его похоронят, и после этого Антихрист должен быть. А пока Антихрист, как он сказал, не созрел, то Ленин будет на земле лежать. Только Ленина похоронит Антихрист. Про Антихриста он говорил, что вроде того, что духовенство все примут, и потом в храм нельзя уже будет ходить, когда будет Антихрист. Так что вот вы смотрите осторожнее, будьте, чтобы вам к Антихристу в храм не прийти. Там его будет икона, говорит, Антихриста в храме. Так это он говорил, что будет при Антихристе такое. При Антихристе, да, будет, что в храмах будут вместо икон портреты Антихриста, и тогда уже, говорит, в храме-то делать нечего. Что вот батюшка говорил о последних временах? Вот настанет такое, вот,
когда и в храм нельзя будет ходить. Да, насчет этого он говорил, что веру все равно сменят. Сменят. Изменят символ веры. Да. Он вот нам часто говорил, я запомню, ковчега на престоле не будет, уберут его, как он не нужен. Веру не будут пить и отче наш. А там уже свое что-то там добавят. А это самое главное. Он сказал, ковчега на престоле нет, службы вести нельзя. Дарохранительница. Ни в коем случае. Это Ноев ковчег. Вот. И когда батюшка спрашивали, батюшка, так мы как бы вдруг не узнаем. Он говорит, ну если вы давно ходите в церковь, веру до отчего вы знаете, что не поет. А ковчег, когда царские врата открыты, смотрите, ковчега нет, значит все. Отец Николай говорил, что в любое время, даже вот он, конечно, он так и выполнял, если даже ночью придут и попросят, что там больной и умирает, я должен, обязательно должен встать и идти. Это моя обязанность. Невзирая ни на погоду, ни на чего, я должен идти и причастить. Поэтому дары всегда должны быть. Всегда. А если нам в храмы нельзя будет ходить, что ж тогда делать? Батюшка указывал? Собираться, говорит, будут где-то. Вот там небольшими кучками, может быть, где собираться будут и молиться будут. И молиться. А как же причастие? Вот? Ничего не говорят. А вот у нас антидорчики есть, и вот сами будем причастие принимать. Запасаться надо. Запасаться. Да, да, да. Святой водой. Да, святой водичкой. А хоть кто будет из истинных пастырей, он не говорил? Останутся истинные пастыри? Мало очень. Он говорил это. Останутся, но очень-очень мало, говорит. А все вот, все будут, все примут паспорта. Батюшка вот не говорил, что у нас будут женщины, женщины рукополагать, не говорил? Он говорил, безобразие. Он говорил, что престола будут, придет время, но на короткое время, но женщины будут стоять у престола. Это в нашей православной церкви? Да. Вот, видимо, когда сменят. Видимо, уберут отче наш верую, но не во всех церквях, не во всех. Но он сказал, у престола поставят женщину, и это будет. Вот это он все к тому говорил, когда будет беззаконие, анархия, будут голых показывать, и ходить будут голые, ходить будут голые. Это он все вот вкупе все говорил. После советской власти вот это все будет как. Ну, сейчас так и есть, как видим. Вот так же он и говорил. Часто так бывает, что вот священник служит, а над ним командует жена. Он приходит, рассказывает церковные дела, а жена говорит, вот так делай, так делай. Он делает так. И получается, кто священник? Это жена или он? Ну, женщины говорят, я, батюшка, над женщинами враг уж издевается, всяко-всяко, вот эти все моды, всякие короткие, каких только нету, все, а над мужчиной как бы он не смог, как был костюм, так и есть костюм, а батюшка ответил, нет, над мужчинами враг надсмеялся, только, ну, как он сказал, не все видят, это не все видят, не для всех понятно, раньше хозяин был мужчина, в любом доме. И в церкви был священник главный. А сейчас над мужчинами командуют жены. Это самое такое же насмехательство, что мужчины, враг мужчину унизил, что а женщину возвысил. А Господь сказал, мужчина выше женщины, мужчина первый, созданный. Да, как до потопа люди были, разврат, сильный разврат был до потопа, так и перед пришествием Господним сказал, так же будет разврат, очень сильный. И голых показывают, и детей приучать будут. Он говорил, что это уже как-то приближение, когда детей будут учить, это самое страшное, это очень большой грех, это уже самое приближение, как
кончине. Когда будет вот этот разврат, когда анархия будет, и хорошие люди, которые выполняют вот, ну, по закону, живут, они будут не в почете, и они будут судимы. Их будут осуждать, что ты не так живешь, живи так, как мы живем. Положит перед вами, говорит, вот этот крест и хлеб, так что возьмете? Вот берите, говорит, крест, а не хлеб. Без гонения, он говорил много раз, без гонения кончины не будет, потому что не хватает мучеников у престола. А мученики до Христа – это души идут ко престолу. Ну, так объяснял, какое число бесов упало на землю, и вместо них должны мученики, мученические души подняться ко престолу. Бесы у престола были. Вот как он сказал, как последний мученик будет замучен, число исполнится, так все, будет конец. А вот батюшка не наставлял, вот не укреплял духом, что же нам делать, если вот будет голод, если будет гнать? Вот он говорил, что надо все перетерпеть. Лучше умереть, говорит, голод, но не надо ничего принимать. То есть Господь будет помогать нам? Да. Надо, говорит, только молиться, и Господь поможет. Даже, говорит, земельку поешь, и сыт будешь. Да. А так что будете травкой, травку есть, да земельку, и сыты будете. Не хлебом единым сыт человек, а Божьим словом, значит, надо больше молиться. А вот будет вот голод, что же нам кушать-то, не говорил батюшка? Батюшка говорил так, что много запасать не надо. Голод будет, много запасать не надо. Он как однажды сказал, или может не один раз говорил, что на севере на снегу виноград будет расти для подкрепления верующих. А что делать, когда гонения, репрессии? Что делать-то? Сухарями уже запасаться, консервами? Это ничего не спасет, потому что молиться уже надо. Такое творится. Вот я тут читала за февраль, первый и последний, что там уже вот эти спутники, 24 спутника надо, их уже 16. До конца этого года должны уже полностью сделать. И там будут уже... Нигде не спасешься, ни под землей, нигде, никуда. Пойдем на казнь, куда деваться. А что вот еще батюшка говорил из апокалиптических времен, вот о последних, вот антихристовых? Сказал, что очень будет жить тяжело, очень будет трудно, будет много убийств. За стакан супа, говорит, будут убивать. А голод пришел, значит, все, ждите. И война там, что первое? И война, антихрист, это будет уже близко друг к другу очень. А вот не говорил, вот, что в первую очередь, гонение, голод, война? Или, наоборот, война, голод, гонение? Не говорил? По порядку я не помню, но он иногда говорил, что лучше бы война была вперед, чем антихрист. Чтобы души забрать, да? Да. Лучше бы война была. Наверное, говорил, не дай Бог дожить до времен Антихриста, да? До Антихриста он говорил, не дай Бог его увидеть. Когда будет показывать по телевизору, он говорит, он много раз говорил, не дай Бог его увидеть, не дай Бог, потому что он покажется очень красивым. Настолько красивым, что даже верующий человек на какое-то мгновение подумает, какой красивый мужчина. И это, говорит, уже все. И он уже, когда будет показывать по телевизору, он будет чувствовать всех. И чьи мысли сказали так, подумали, что какой красивый, он уже будет чувствовать их, да. Ты мой, я ж тебе понравился. Вот он говорил, что это очень опасно. Очень опасно. И много раз говорит, не дай Бог увидеть его. Настолько он часто говорил, что вот это я очень хорошо запомнила. Не дай Бог его увидеть. Момент, секунда, понравился, а потом как отделываться от него. Ну, он говорил, что это восьмой собор должен быть нечестивый. Семь соборов было православных, святые. Восьмой собор будет нечестивый.
И вот когда там они соберутся, и верую, надо будет пить верую, на каком-то предложении он скажет, что нет, я как ваш Бог. И перекажет, птица полетит мимо, и он ей прикажет к моим ногам. И она через, как он сказал, через стену, не разбивая стену, она упадет мертвой к его ногам. И вот тогда многие ему тут же поклонятся. Но не все. Многие на соборе, там же священство будет. От православия священники же будут. И многие священники поклонятся, вот, потому что чудо видя. И вокруг него он говорил, вокруг него, когда придут на соборы, вокруг него будет уже радуга. Такие всякие, ну, как радуга все. Как Господь был во свете, когда преобразился, так и вокруг него. Вот этот цвет такой радужный, всякими цветами. Еще покажет свою силу, и тогда многие ему поклонятся. Ну, а который священник не поклонится, он, по-моему, тут же, он сказал, тут же его убьет. Батюшка говорил эту очень часто слышимую фразу о трех эшелонах. Вот. Говорил, тоже говорил, что посылать будут. Но, видимо, не только, это не из Перми касается, это из всех городов. Он говорил, что на север будут отправлять там этапами. Первый там эшелон, второй. И вот он говорил, что в первый эшелон надо попасть, первый этап. И он говорил, что в первый эшелон будут насильно. Будут стоять конвоеры и как привозить будут там священцы или монашество, и насильно вагон толкать. А вы, говорит, идите и тоже говорите, я верующий тоже туда хочу. И отталкивать, говорит, вас будут. Батюшка не говорил, что Пермь провалится, вот как вот, как видели. Помню, про Москву говорил, должна Москва сгореть. Вот, а люди говорили, батюшка, ну там же есть люди-то такие праведные. А он сказал так, праведников Господь выведет. И даже, ну, даже из Перми, из любого города. Праведников выведет, только надо слушать. Голос. Если будет приказ, что там куда-то повезли, верующих собирают, то прятаться не надо, а надо выходить, потому что это голос Божий. И как только праведники выйдут, и Господь тогда кару пошлет, как вывел этого Лота. Сказал, выходи, он вышел. А если б не вышел, он бы погиб на непослушание. Правда, что батюшка говорит, что Москва за несколько часов сгорит и не потушит? Да, за несколько часов. Видимо, из-под земли огонь будет. Земли. Видимо, Господь дал, даст, загорит земля, и за несколько часов все надо гореть. А про Пермь говорили, что Пермь провалится. Но он так говорил, да, говорят. Так говорят, вот не говорил, видимо, что тут плотину вот эту прорвет. Нет, он подробности вот так не говорил. Если что-то он говорил, он односложно говорил. Односложно. И согласен был. И он не от себя говорил, а он, да, говорят. Значит, так оно и есть. А если что не так, то промолчит. Говорил ли батюшка о Третьей мировой войне? Будет ли у нас война с Китаем, вот эта всемирная война? Он говорил, что война будет. Война будет, начнет, нападет Китай первый. Нападет Китай. Оттуда война должна быть. А Китай начнет занимать Сибирь, потом пойдет к Уралу. И когда другие страны, а другие страны тоже ведь на нашу, как бы, Россию зарится, землю надо. Вот. И когда другие страны увидят, что Китай занимает много, тогда они к нам приходят и начинают уже воевать, уже Китай отбрасывать. Ну, как он потом выразился? А потом начнется каша на нашей земле.
Потому что получается, Запад с Китаем будут драться на нашей земле за преобладание территории, да? Да. Вот тогда и сначала как бы такое кровопролитие будет, а потом уже, он сказал, а потом уже включит атом. По его словам, похоже, что сначала война будет. Вот он антихрист, видимо. Да. Матушка, а много ли человечества погибнет в этой войне? Не говорил? Ну, по Писанию, он говорил по Писанию, что 7% останется. Всего человечества? Это, да, от 100 человек 7 остается. От 7 городов 1 остается, остальные погибают. А куда же это? Трупов сколько будет? Трупов столько будет. А где труп, там соберутся орлы, птицы. Так сколько трупов будет? А он говорил, что Господь пошлет очень много птиц, и они будут клевать. Так же, как Моисей выводил народ свой. Так же он помолится, Господь наведет кару. Помните? А человек с человеком встретится, это уж как бы радость. И, видимо, вот после войны, похоже, после войны, когда уже останется мало народу, тогда они как бы могут собираться и решать, что сейчас нам не надо много царей. Людей мало и одного как бы. Но перед этим он еще говорил, что должен православный царь быть. Говорит, да? Да. Но только я не помню сколько, недолго. Когда будет печать ставить, он говорил, тогда все тюрьмы откроют. И как бы сейчас все закрыты, людей много, а тогда всех выпустят. Это тюрьмы. Он говорит, как в сарайку. Заходи, все двери открыты, там никого не будет. И он своих вот этих тюремщиков он возьмет как бы себе в работники печать ставить. Потому что одному как бы не под силу. Они все согласятся, многие. И вот он говорит, вот тогда-то надо будет бежать из городов, из деревень в лес. Потому что сначала будут по желанию ставить несколько дней, а потом уже насильно. Несколько дней только? Да, несколько дней. Но готов, похоже на то, что это будет, эта печать ставится не очень длительное время. Потому что как бы он обхватит всех вот тюремщиков, заберет сам с печатями, даст печати. И он говорит, вот тогда-то надо будет бежать из деревень, потому что когда насильно будут, потому что придут, руки свяжут и печать поставят, вот тогда люди побегут в лес. И, конечно, будет очень горячая должна быть молитва, потому что они будут на вертолетах по всему лесу просачивать и смотреть. И вот он, например, такой говорил. Люди, говорят, стоят на молитве, но видят, что самолеты и стоят, конечно, в горячей молитве. Господи, не допусти. А самолеты увидят, значит, посадку делают и бегут на эту поляну. Придут на эту поляну, а там кустарники. Кустарники, людей нету. Они, значит, сразу ему сообщают, что вот людей видели, а это, ну, как бы уйдут, полетят дальше. Людей видели, но вышли, а там кустарники. А он им скажет, это не кустарники, это люди. И не глядя, ставьте на макушки, кому-то угадаете на лоб. Они, говорит, возвратятся на эту поляну, придут, а там кустарников нету, а высоченные деревья, им никак не достать. Вот Господь так будет превращать людей то в кустарники, то в деревья. Он говорит, тогда уже вот у этих людей молитва будет, конечно, очень горячая. При Антихристе Господь такие будет чудеса творить, такие покрытия людей сильные, чтобы у кого есть такое желание, что не хочу, помоги, Господи, не хочу я печати. И Господь сокроет любым способом. Вот это он так говорил. А что, Антихрист, когда его изберут на 8-м соборе, по всему миру будет разъезжать? Ну, он так говорил, батюшка, как его воцарится,
возьмем с собой. У него уже все, свой самолет, там вертолет, все свое. Он сразу облетит всю землю. Будет делать посадку и всем объявлять: я царь. Я царь. Чтобы все ему поклонились. После печати прощения. Нету прощения, не будет. А батюшка говорил, даже насильно будут ставить. Вот. Да, он говорил, что первые дни будут по желанию, а потом насильно. Потому он сказал, что побегут в лес. Укрываться побегут в лес, потому что езду надо будет бежать из деревень, из домов. Потому что по квартирам буду сходить, по домам, по квартирам. Он говорил, что у него очень много будет помощников, очень много. Вот как вот Нил Мирдачевый говорил, печать будет гноиться? Он говорил, что она вообще, как он говорит, она зловонием будет пахнуть. Гноится, и от нее запах будет, как от зловония. Он так говорил. А про Еноха и Илью говорил батюшка? Про Еноха? Что они должны прийти? Прийти должны для укрепления. Для укрепления как бы. Ну, это тоже перед пришествием Антихриста. Вот Серафим Саровский должен стать, Енох и Илья прийти должны. Про Серафима Саровского он говорил, что он должен встать и сделать проповедь. Так бабушка говорила, и батюшка также говорил, на несколько часов. Но сейчас говорят, что на 3 дня или там на сколько. Он говорил, что на несколько. Только сделать проповедь, и кто будет в храме, все увидят его. И снова вот ряжет. Но проповедь будет уже, он встанет перед самым Антихристом. Для укрепления людей. Потому что он на пороге будет Антихрист. Но он должен встать. Ну как вот, почему такое случилось у нас в России? Почему бы случилось? Масоны-то что делают? Он вообще назвал вот такое слово масоны? Да. Угу, назвал. То есть они сотворили вот эту революцию? Mm-hmm. Да, да, да. Сколько кровью пролито, царя убили, не достало царя. Вот. Кто должен управлять государством-то, страной-то? Царь ведь. А сейчас царя не стало, вот еще полетело все туда-сюда. Всю Россию продали. А говорил батюшка, что еще у нас будет на Руси царь? Не говорил такое? Должен быть. Он вообще-то говорил, не так говорил, что все будет. Он говорит, должен быть еще царь у нас. Но как люди будут молиться, как просить Господа. Уклоняется от службы в армии. Ну, от в армии он не благословлял отклониться. Это как бы, как он говорил, что родину надо защищать. Где мы родились, это родина для нас. Хоть какое правительство, родина свята. Изменять ей нельзя. Желательно хоть какая там жизнь, но выстоять в своей стране. По-моему, даже царя Николая он приводил пример, что он бы мог уехать за границу, когда вот отказался от престола. Но он этого не сделал. Русская земля, Божья обитель, бьется на заре несказанно свет. Русская земля, кто ж тебя обидел, нет другом твоих прощения. Русские, русские,
государя императора. А батюшка его почитал? Да. А вот не говорил, что вот на нашем народе вот пребывает грех цареубийства? Это он говорил. Это говорил так же, как на родне. Если кто-то согрешит, то грех падает на несколько поколений. Жаловались, приходили, что вот начальники плохие. Вот он тогда говорил так. Начальников хороших Господь не даст, где не в православии, это мало будет. Потому что убили царя, и Господь сказал, лучших начальников не получите. Даже до начальника цеха? Да, да, даже в миру, и, видимо, уже, как он говорил, что на священство. Да, как он говорил, понимаете, вот сейчас, конечно, мне не передать, он мудро говорил, и можно только сейчас догадаться, что за измену, что священники, вот сейчас, когда я уже почитала, уже знаю, что многие священники не стали молебны, когда отказался, и вот за измену это оскудеет вера в священство. Так говорит. То есть, видимо, и среди духовенства Господь не даст хороших, да, пастырей, да? Да. За цареубийство, да? Цареубийство. Он говорит, что хороших начальников не ждите. Потому что кто убил, а грех падает на поколение. И вот мы дожили до этого, и нам нету хороших начальников. Потому что наши предки виноваты. Значит, этим самым можно понять, что он говорил. Что грех цареубийства падает на всю Россию. С радостью царицы праведные вы не пособимы, радостью чады ступиков преступлены, радостью велит твоя воистине просветимы, радостью отечества чести не посрамимы, радостью духа святого верный стяжателю, радостью великие веры до конца показателю, радости Николае, Боговеченый царю и великий сосотевче. Он говорил, или два случая, или три. Когда человека расстреливают, то греха нету на том, кто приказывает и кто расстреливает. Но я запомнила то, что изменников Родины расстреливают, греха ни на ком нет, потому что это тяжелый грех. Когда он умер, только что умер, мало времени прошло, он мне приснился. Мы вроде бы с ним идем, я его так под ручку, по старости, бывает. Он и говорит, Мария, поработай за меня один денек. Где-то, наверное, 40 дней не прошло. А я говорю, батюшка, ну как я поработаю за тебя? А вроде бы он работает как каким-то начальником на стройке. Я говорю, батюшка, ну я же говорю, за вас никак не смогу работать. Я не смогу работать. Он говорит, сможешь, поработай. Я проснулась. Я не знаю, как понять это. Ну, поддерживал, что ты не унывай. Это, как он однажды написал, что если бы ты была от мира, мир бы тебя любил. А раз Господь тебя избрал и хочет спасти, мир тебя не будет любить. И потом, когда я приехала, он мне сказал, Мария, на тебя будут восставать, придет время, будут восставать очень верующие люди даже. Даже верующие восстанут на тебя. Он писал, что чтоб я не боялась, чтобы помнила все его, вот, что он говорит, чтобы я всегда помнила. И жила так, как он сказал. Даже будешь жить в коллективе, и закон не будет выполняться, а ты не слушай. И почему получается, сейчас у меня как бы распри. Если матушка благословляет в праздники работать, а я не иду. Я выгляжу, конечно, уже дезертир. И считаю себя святой. И ты не хочешь подчиняться. В монастыре самое главное подчинение, послушание ты не слушаешься. Понимаете, вот такое получается. А он говорил, что Господь, закон Господень выше,
Если, как он сказал, если тебя заставят капусту садить кверху ростками, ты сади. Господь же с неба не дал-то купить эту заповедь. Это же мирское, мирское послушание. Но когда дают послушание и смотришь на закон, а он не соответствует, тогда властям не подчинятся. Иначе так и дойдешь, как и до печати. Так же будут говорить. Ты не подчиняешься, не ставишь там печать или документы вот эти. Он так говорил, что это надо разбираться, что это разница очень большая. Послушание одно, а смотря какое послушание. Вот мы были с Галиной, вот трое сидели за столом. Галина говорит: батюшка, я так боюсь до Антихриста дожить, потому что больная, но астма у нее вообще, она слабая. Я так боюсь дожить. Он говорит: Галина, мы с тобой не доживем. А я сижу, ничего не говорю. Он говорит: а Мария еще молодая. Как понять эти слова, я не знаю. Или доживу, или что-то таится в этих словах другое. Не знаю. Такое свидетельство нам оставил протоиерей Николай Рогозин. Свидетельство Духа. Обо всем этом он говорил еще в 70-х годах. Говорил так, как будто видел это реально, а мы переживаем сейчас. Переживаем и не осознаем, как перевернулись у нас понятия добра и зла, как оскудела вера не только у народа, но и у пастырей. И вопросы, что же нам делать, как спастись, задают теперь не только скептики, но и мы, христиане. Как будто мы не читали Евангелие, не слышали слов Христа. Аз есмь путь, истина и жизнь. Так идите за Христом, не принимайте ничего земного, и вы будете достойными гражданами неба. Но это он здесь пишет про цветок, что цветок вот цветок прекрасный. Вернее, чтобы было почерк видно. А цветок прекрасный, но он увядает. Так и жизнь человеческая, надо понимать, что она со временем увядает. Машка, а вот сейчас вот в связи вот со всеми этими негативными процессами, присвоение номерков, введение паспортов новых, вот вы, держась старого паспорта, вы чувствуете, что люди, которые принимают все новое, они становятся другими? На ваш взгляд, меняются люди? Мне кажется, меняются. Мне кажется, они становятся нервозней. В них какая-то злоба произрастает, что ли. Процветает, они как бы какое-то неспокойство, какие-то болезни в них происходят. Ну, какие-то есть изменения, какие я точно не наблюдала за этим. Нет, но мне кажется, что да, люди становятся иными. Любви у нас ведь, как Господь заповедал любовь, любите друг друга, молитесь за друг за друга. Ведь даже апостол Павел, тот... Он был апостол, а просил молиться. А у нас ведь нет любви-то. Мы друг за друга, вот еще где-то, если близкие друзья, так мы друг за друга молимся. А нет, так мы и забыли. Вот и все. А раз нет молитвы друг за друга, так нет и любви. Значит, безразличие какое-то. А мне кажется, у тех людей, которые получают не новые документы, у них безразличие возрастает. Да вот у меня знакомая, она получила паспорт. Я ей сколько раз говорила, я говорю: не получай, не получай, не буду получать. И пошла, получила, я говорю: как это ты получила, зачем? И вот у меня сейчас в голове что-то говорит, не то говорит, кажется, себя плохо себя чувствует, да. И вот до сей поры все как-то она не в себе. Вот, видимо. И вот так многие, вот я вот смотрю, да.
А что с ними происходит? Зачем? Они по духу другие или болеют они? Вот что происходит? Не замечаете? А то и другое. И болезни. Вот у меня Жанка, она вот все время болеет. Она все время болеет, получила паспорт. Что-нибудь, да у нее все. То и голова болит, мне звонит. Так у нее голова разболела, так голова. Так я говорю, Жанна так, Васильевна, я говорю, я тебе что говорила? Не получай, а ты что? Мое не только мнение, но как я вижу, что человек становится хладнокровным. Как бы не могу как выразить, как преступление ума или как. Ну вот, например, вот пример такой. Паспорт новый есть, и когда говоришь о заповеди Божьи, они не воспринимают. А у кого старый есть, вот я вот даже я по себе знаю, я кому говорю слова отца Николаева, так говорю, они сразу воспринимают и делают восприимчиво. А у кого паспорт есть, они не воспринимают. До них как бы не доходит. Вот если они знают, что мы без паспортов, так они злятся на нас, вот чего. Такой дух и сердитый такой на нас, вот такой бывает. Вот я в собор заходила, там вот многие знают женщину, Мария, там еще с ней все ходит одна. Они на нас злятся, они даже не смотрят на нас. А мне еще говорит, ты что не получаешь паспорт? Я говорю, неблагословенно, во-первых, получать паспорт этот, я не имею права его получать. Кто тебя не благословил-то? Я говорю, духовный отец, батюшка Николай, он нас не благословлял получать паспорта. Так что я должна не получать. Ну. А они ставили так вопрос, а что же получается, патриарх благословил, а ты не слушаешься, не говорили так? Нет, а он же умер, так что теперь уже? Он же ведь умер, говорит. Я говорю, ну и что умер, все равно благословение есть. А вот этого за паспорт тут вот Анатолий, это он очень у нас был в церкви читал, и такой ночами молился, все, но он взял паспорт вот этот новый, все документы. Я так переживала, тоже так просила, чтобы Господь показал. Так вот видела, что столько народу ко мне идет, я стою, готовить начала только. А они все просят, чтоб я их накормила, и он тоже с ними. Одежда на них такая серая какая-то, рабочая. Вот я думаю, наверное, столько людей задержано. Молитву просят. Молитву просят. Видимо, можно вымолить. Может быть, я вот не права, но я всем говорю, что не берите паспорта. Многим-многим всем говорила, и все равно набрали все паспорта. Но не все. Есть еще люди, которые не взяли у нас. А некоторые очень... Есть люди, которые прямо вообще даже потом приходили ко мне и переспрашивали. Повтори, я запишу, чтобы так делать, как батюшка говорил. Это не твои слова, это отца Николая. Это же я понимаю, это не твои слова. И поэтому хотят как бы жить так, как положено. А у кого паспорта, когда не достучишься. А вас-то самих не называют раскольниками там? Да вот они нас называют раскольниками. Говорят, вот что вот вы делаете, раскольники? Не получаете. Против всего идете. А тут одна мне письмо написала, да, свое, вот что она написала, от своей руки. Я читала и смеялась, не знаю, письмо. От своей руки написала. Что даже с ними разговаривать не надо. Кто получил паспорта. Я думаю, это против, это нельзя, наверное. Вообще не разговаривать-то. Нет, надо общаться. Надо в любви жить. Да вот, ага. Вот в письмах он часто начинал такое... Возлюбленное мое чадо, ты опять меня забыла, многогрешного старика, не пишешь и не едешь. Вот, всех, конечно, он любил. Когда на похоронах это выявилось, ну, я думала, что он меня больше любит. Так обращался ко мне. Вот. И когда его похоронили, мы пошли,
по домам, ну, домой поехали, по дороге идем, и одна говорит: знаете, сестры, сейчас я могу вам сказать, что батюшка меня больше всех любил. А другая говорит: нет, дорогая, он меня больше всех любил. Ну, а я уж не помню, сказала ли это, а думаю, а меня больше всех любил. Он как-то сумел так вот нас любить, что, чтобы не было распри. Или он не показывал, или так молился, что у нас не было, дружба была. Была, между нами была дружба. Вот. Может, по его молитвам. Но я как чувствовала и хранила эту тайну. И каждый также хранил эту тайну. Никому не говорил. Потому что приятно каждому, что батюшка больше всех меня любит. Восстань, слава моя, восстань в псалтире мысли, восстану рано. Готово сердце мое, Боже, готово сердце. Сохранились любительские записи монахини Рафаила, келейницы батюшки, где она вспоминает, как отец Николай наставлял. Сейчас монахине Рафаиле 94 года. Утром встала, оделась, поехала к нему. Приехала и говорю: наворожил мне. Говорю, мне принесли справку, велят паспорт получать. А у нас кооперативный дом, тогда председатель на всех получал, на весь дом ходил, получал. На меня все старухи. Что ты, председатель, это мучишь? Все мучишь? Почему не получаешь? Вот. Он говорит: брось эту бумажку. На что ты ее привезла? Я их в печку бросила, приехала домой. Мне Рая, вот покойная, подо мной жила Богдановна, и говорит: что не получаешь паспорта? Что, какая? Мучишь Юру-то? А Юра-то подходит и говорит: ты что, тетя Зоя, не получаешь? Я говорю: я не хочу получать. Вы получайте хоть 3, хоть 4, хоть 5, а я ни один не получу. А ты где живешь? Говорю: где живу? Дома. А на чьей земле? А я говорю: земля-то Христовая, подножья. А небо, говорю, престол. А ты, говорю, на чем живешь? У сатаны, говорю, в бездне, на его, говорю. Он мне говорит: сейчас ей дурой поговори. Она дурой. Я говорю: а с дурака меньше спросу. Завернулась и ушла. И с тех пор никто ко мне не приходил, и никто меня не доставлял. И до сих пор, слава Богу, живу с Богом, с Матерью Божьей. Вот. И буду жить до тех пор, пока не умру. Вот так. А теперь мне никто ничего не говорит. В этот раз говорили: ты что не получаешь паспорт, пенсию не дадут. Не надо мне, я ее получать не буду, не дадут. Я не умру, у меня Господь есть, Он меня прокормит. Я немного ем, я маленько ем, и Он мне даст сытности и покой. Он мой, был мой и будет мой. А вы идите от меня. Они мне говорят: дура она. Ну расскажи, сон как тебе приснился, вот, батюшка? Он мне приснился, говорит, съезди, говорит, к Клавдии, Суксун, чтобы они не получали... К дочери. К дочери, чтобы они не получали паспорта новые. Угу. Получат, то навек пойдут в ад. Не получат,
их может Господь может скоро взять. Он будет молиться же. Mm-hmm. Ну вот. А я сказала, а как вот, а я тебе уже, говорит, не раз говорил, что ничего не бери. А я говорю, батюшка, я ничего не взяла. Ну и не бери. Говори, лучше с голоду умри, угу. Богу пойдешь. А возьмешь, один месяц проживешь, в ад пойдешь. А мама еще расскажи, как мама у тебя. Она же тебе говорила, что доживешь до Антихриста. Она мне сказала, ты доживешь, зайка, до Антихриста. А я спрашиваю, какой он, мама, будет. А что его чем будут есть-то? Она говорит, не будут есть. А вот соль им поедишь, поешь, вырастет. Будет ведь тяжело жить-то. Я говорю, а я не знаю, какой он будет. Вот не знаю, какой он будет. А батюшка Николай-то вот что говорил еще? Про, вот может, про ИНН что-то говорил, про документы? Он говорил, что будут в последнее время вот это всякие документы давать. И про свары будут стряпать, в церквах будут стряпать про свары, всякие печати. Их брать нельзя. Бог благословил только Богородичную и крест. А еще вот он говорил что-нибудь про будущие вот времена, что как будет там номера будут давать? А вот он и сказал, будут ведь нетронные номера, всякие будут номера, и будут числа, так говорит, смешанные люди, чтобы не понимали, что это 666. Кто, если кому откроется, он высчитает. Не откроется, он ничего не поймет. И вот он сказал, Миша Меченый перевернет всю Россию, сделает перестройку, и в России не будет никакого начальника, никаких. Все, кто что хочет, тот, кто будет делать, без власти будет. Mm-hmm. Одни будут руководить масоны. А кто это масоны, я не понимала. Mm-hmm. Это евреи, что ли, да? Mm-hmm. Ну вот. Евреи, Америка. Ну, которые распяли Христа, вот они так и... Ну, вот он сказал, будут руководить одни масоны. Никаких руководителей русских не будет. И русскую веру нарушат. Угу. Мало останется, только какая-нибудь единичка. Из батюшек, да? Да, и батюшки останутся в нашей, говорит, области, останется, может, только один где-то. Угу. Вот он мне говорил. А я умирала, говорит, видела тартарару. Там как они тишат, как черви, а орут, да, тонут. Так слушай, кто ее в нее ведет? Кто туда ее зовет? А кто ведет? Батюшки. Ну ты там батюшков-то не видела? А как они? Или... А что они, ты думаешь, в ризах пойдут, они в таких одеждах идут. Да? Да. В ризах-то кто их туда пустит? А там люди-то они как орут. А что люди? Люди комом перевертывают туда и все. Летят туда? Да. А ты думаешь как? Лесенка там есть, шарит. А как ты думаешь, причина-то этому, почему вас... А причина-то почему? Почему сейчас вот именно? А ты почему думаешь, мы сейчас в Адустрии здесь живем? У нас сейчас здесь на земле ад кромешный. Ты посмотри, что делается. Все ходят, женщины в штанах, стриженные, надевают кепки, надевают все. Они всю землю отквернили, они все отквернённое, вся земля, она будет гореть, земля-то. Вы что думаете? Кто живет, заповедь хоть одну несет, истинно, праведно? Скажи. Вот так. А ты думаешь, что все живут благодатно, хорошо? Полный храм на службе-то в нашей церкви, мне говорят. Ну так что идет? Полный храм, говорит, народ. А там сказал отец Кукша, битком будет набито в церкви-то, а верующего ни одного не будет, истинного-то, ни одного не будет. А люди будут битком. А кто верующий, то не пойдет.
его будут палками хлестать. Почему не идешь? Ты ходил в церковь, а сейчас не идешь. Вот что будет. А ты думаешь, что сейчас на дома молиться ночью со слезами? Господь только ночью молитву-то принимает. Матушка, я вот думаю, вот отец Николай, он не предчувствовал вот это положение тогда, когда он был. Что не предчувствовал, он все знал. А когда он что сделал? Он ведь сказал, что Миша Меченый перестройку сделает. И в России хозяина не будет. Кто что попало, тот то и будет делать. Все растошат. И растошили все. Чише тебе надо. Ну а про духовные власти, духовные? По духовному, а что по духовному? Он сказал, что все батюшки примут документы и будут служить дьяволу. Все батюшки примут. Единичка только, говорит, останется. Ну а бороться-то как бороться нам? Нам бороться как? Кого? Нам как бороться? Что нам делать-то? Как бороться? Ну как, владыки? Молиться надо. Может, письмо какое-то владыке написать? Может, еще что-то? Кого? Может, епископу что-то надо сказать? Иди епископу скажи. Он вот такой рогатый. Он всех уже забудал. Ну а ты вот, матушка, не хотела бы ты что-то вот... Я бы пошла и высказалась бы в церкви, сказала бы всем, говорит, я не могу, мне не дадут, да я не могу, меня сразу инфаркт будет. Он сказал, люди духовные будут слепые, немые и глухие, и они будут делать дела, а дела, думают, хорошие делают, а они будут делать дьяволу. Вот батюшка что говорил. Потому что настоящие не молятся, все сократили, служат так, как попало. Раньше старинное запение, когда поют «Хвалите имя Господне», да, как батюшка выходит у нас, да, как вроде воздухом поднимает все. Значит, весь народ, на весь народ идет благодать. А сейчас где она? Как спасаться-то? Я живу дома, я буду молиться. Пусть как я не боюсь никакого дьявола. Придут, если только убивать, пусть убивают. А как ты думаешь, вот отец Николай вот... Он... Да опять отец Николай, а что Николай, Тата Николаевич, опять ты что? Ну он бы владыкам бы что-нибудь сказать бы мог. Интересно, он раньше сказал владыке, владыка ему заставлял всяких отпевать, а он написал ему отношения и сказал, отпевай сам, а я не буду, я в ад не хочу идти. А ты хочешь, отпевай. А мне не давай приказания. И он ему сказал, что ты не служи по старому как апостолы служили. Он сказал, пока я живой, буду так и служить, пока есть сила. Не будет, не буду служить. А вы мне не прикажете. Чё отец-то Николай? Он не боялся никого. А сейчас все боятся, чтобы место не потерять. То выгонят. Если я скажу, беда будет. А какая будет беда-то? Бога-то не боятся, а боятся, что место потеряют. За что Бога били? За что Господа распинали? Чтобы место Господь не занял ихнее, а Он ихнее место бы не занял. У Него свое небо есть. Понял? Ты, у тебя есть мозга? Ты что спрашиваешь меня? В церкви служил у престола. Ты должен все знать. И идти к Богу, так знать, идти к Богу. А с ними не связываться, правильно говори, истинно говори. Никого не бояться. А бояться надо Бога, а Господь защита.
он везде закроет, если кто идет за Богом. Никакому дьяволу не даст. Нигде. А батюшки, им деньги надо, полные карманы. Надо богато жить. А Господь ходил по горам босиком, искал 90-сотовую овцу по горе, ноги в крови. А сейчас какой батюшка за меня вот пойдет? Ни один не придет, меня не причастит. Старуху такую. А придет, так надо деньги отдать. Да еще полностью не прочитает. Евангельца не принесет, а принесет требник. А он мне на что их не требник-то? Я ведь не буду целовать требник мне на Евангелие. Батюшки! А говори теперь людям-то, люди-то что понимают? Они ничего не понимают. В одно ухо заходит, в другое выходит. Вот и все. Не народ, а свиньи. Ты им скажи так, а они перевернут едят. Андрей-то говорит, так они на Андрея-то все ходят, жалуются. Что он им говорит, что вы бесноватые, да вы бесы. А он видит, наверное, бесов-то, как я. А теперь все бесноватые. Весь народ бесноватый. И батюшки-то бесноватые. Ведь батюшка должен быть благодатный, или то должно как быть чисто, как зеркало. Вот этот батюшка, он должен благодать иметь высокую. Каждый день соединяться с Богом, а он не соединяться с чертом. Вот я тебе что скажу. Который человек с Богом живет, у него душа с Богом каждый день соединяется. Никак он не может разъединиться с Богом. Он знает, что Господь его, и я его. Его, и он, Господь мой. Ну как он может оставить эту душу? Никак не оставит. Хоть где он ее вытащит и возьмет. А нонче они о этом не думают. У них даже о Боге-то вот столько нету. Ни у кого. Только деньги. Только деньги, да поездить, туда поехать, сюда поехать. А что ездить-то? Батюшка у нас говорил, поедешь по святым-то местам, так ничего не найдешь. Туда поедешь, а туда везешь корзинку, а оттуда везешь целый вагон грехов. А когда дома молишься и знаешь, что никто тебе не искушает, а дьявола отгоняешь, никаких грехов нет, никаких врагов нет. Вот батюшка что говорил. Он в отпуске не бывал нигде. 25 лет отслужил, никуда не ездил, а кроме Степана Пермского на День Ангела ездил в церковь. Больше никуда не ездил. Ну, по требам ходил, пешком, а теперь все батюшки, шофера, машины у всех импортные. Какие они батюшки? Господь-то не ездил на машинах-то. Апостолы-то не ездили на машинах-то. Пешком ходили. А что еще считать-то? Где Бог есть? На машине, что ли, едет? Дома надо молиться. Дома надо молиться со слезами всем монашкам, чтобы кровь из носу текла, вот тогда Бог придет. А они по стартам ездят, собирают. Этот старец так скажет, этот старец так скажет.
а Бог-то один раз скажет. Уже Бог сказал, он знает уже, он сам сказал, что будет. Говорю, батюшку зовут отец. Какой он отец? Он только требник. Ну, они ж не батюшки, требники, они не батюшки. У нас один Господь, Отец Небесный. Больше никакого отца нет нигде и не будет. Он перенес такой крест, он такую болезнь перенес. И сейчас несет весь мир. Разве он не болеет душой? Мир погибает, вся Россия. Погибает ли весь народ? Много ли спасется? Едва ли праведник спасется, а грешному-то уже и даже и думать-то не надо. Ты в церкви работал у Христова, надо было день и ночь вот так стоять, вот так просить Господа Бога, Господи, не оставь меня, я твой, а ты мой, я от тебя не уйду никогда. Вот так надо молиться-то в церкви, если служишь, да, и так. И людям благодать такую давать. А вы что даете? Вот что даете людям-то. Вот люди-то такие и есть. Верующий должен стоять за Господа всей душой. Пусть убивает хоть сейчас, хоть через час, хоть по всю минуту. Но от Господа никак нельзя. Вот такие. Душа от нас приставших и сараба своего, преснопамятного протоиерея Николая, вселение праведных селит в недрах Аврааму покой, и с праведными сопречтет нас помилует, яко благ и человеколюбец.